Привет, мои любимые. Смотрите, тут стоит ангел, там такие крылья света. А здесь какой-то дракон, у него пальмы растут, а там пошел хвост черный. Видите? Вот он, этот дракон с пальмами на голове и с огромным хвостом. Там тьма, а здесь свет. Вот смотрите, такая женская фигура. Там такая голова у нее с нимбом. И здесь крылья сзади. Огромные огненные крылья туда пошли. Видите, она как птица летит на этого дракона. Борьба света и тени. Вообще я сижу так, у меня аж так завороженное все. Красота, такое небо. От него вообще невозможно оторваться. Как это вам передать? Даже не знаю. Видите, какой драконий хвост? Аж туда пошел далеко. За дом где-то не видно. И прекрасный ангел. С такими здоровыми, огромными крыльями на все небо. Вот ее фигурка. Она идет, как птица. Наступает на этого дракона. А он то ли динозавр, то ли непонятно что. Захотелось поделиться с вами. Как красиво. Ну вот в такую я сижу тут. Красоту втыкаю. Ее крылья аж туда, на все небо. Раз это развиваются. И дракон уже все. Тьма уходит. Было на полнеба. Уже оттуда тоже свет пошел. Это она все своим огнем. Свет победил, мои любимые.